на все BMW G-серии, это могут быть и седаны, и джипы, можно штатную тормозную систему заменить на тормозную систему M-Performance. Вот, пожалуйста, сняли оригинальные диски суппорта, тормоза, и вниз на них поставили вот такие более серьезные, более интересные диски суппорта, колодки. Машина теперь будет оттормаживать по-другому. Вот, пожалуйста, с этой стороны один диск еще у нас остался, еще не успели поменять, а здесь уже практически все готово, так же, как и на той стороне. Вот, пожалуйста, вентиляция, все идеально. Ну, еще раз покажем сзади, как это все выглядит. Ну и потом покажем, как уже будет с одетыми колесами все.